Так, ног, она там, оказывается, была все это время. И мне сейчас все заново проходить. Ну ладно, я хоть знаю, что надо делать. Я, конечно, заберу все заметки снова. Ладно, здесь не так много перепроходить. Это наплевать. Все, что мне нужно было, это ключ. Я потратил больше спичек, чем нужно было. Кстати, открывается, нет? Привет! Лол! Ног! Ну, она постучалась, я открыл! Отлично. Это было смешно. Мне надо было просто пролистать и найти этот ключ. Ладушки, ладушки. Так, а давайте еще раз пробуем зайти. Оп, спроси. Она всегда там сидит теперь. Ладно, все понятно. Сейчас соберу здесь все лишнее. Все, что собирал раньше. Все, лишних, кстати. Какой лишний? Ну не может быть лишним. Не, ну вот это, конечно, был, так сказать, bullshit. Потому что я не знал то, что она там находится и... Все дела. Короче, немножко нечистно было. Я бы так сказал. Фак, я не собрал. Ножик. Пришлось потушить спичку. Не знаю, зачем ему здесь аж две руки. Ладно. Для этого надо было включить свет, кстати. Так, собираем спички. У меня один спичек, нормально. Сохраняемся. Если я там что-то забыл вообще на сайте, по-моему, оно даже все сохранилось. По-моему, да. Так что наплевать. Но как там оказалась эта тварь, я вообще хз. Воу. А, точно, она свет вырубила. Я не заметил. О, фак, вон она. Надо было быть осторожнее.
Вот же отстой, и что мне делать? Не обойти ее надо здесь, да? Ой, туфелька. Туфелька на высоком каблуке. Может быть, ее обладатель до сих пор где-то здесь. Фак. О май гад. Что с ней делать? Фак! Я хотел, что произошло, но мне насрать. Я ухожу отсюда. Я ухожу. Спички. 40! Воу! Еще бы свет был, было вообще прекрасно. А здесь сколько? 40! Забирай. А, фак. Им нужны две руки. Холодно. Написано. Я был заключенным внутри... что? Внутри этой твари. Черной голодной твари. Кухня. Коридор. Понятно. Уф. Теперь надо вернуться назад. А ничего так напряжненько. Кухня должна была быть живым местом. Много лет назад. Посуда в раковине теперь полна жизни. Обалдеть, спичек. Почему эта скотина не хочет за мной идти, а? Ну, круто, если их можно было бы сжигать. Этот кусок мяса мог быть от хоть кого угодно или чего угодно. Где я? А, ну ок. Пока. Надо переключить свет. То есть теперь могу дальше пройти. Подожди, что там было написано матч про коробки со спичками? Ага, повсюду были разложены эти коробки со спичками на случай, если электричество иссякнет. Поэтому так много спичек. Миссис Скотина, идите в жопу, спасибо.
Не, ну сохранения бесконечные, я не буду пренебрегать ими. Чё, я дурак, что ли? Чем чаще, тем лучше. Что музыка заорала прям капец. Опаньки. What the fuck? Ладушки, ла. Ах ты скотина лысая, а? Да я тебя на британский флаг и на российский герб. Да как это имею, скотина? Я же здесь включил свет, да? Все верно? Oh, fuck you. Так я хотел пробежать мимо. Что-то я не понял. Ну ладно. Там нельзя пробежать, что ли, или что? Потому что я хотел пробежать на свет. О, фак! О, фак! Тварь, а! Спряталась вот в самом неподходящем месте, скотина. Вонючие скримеры, короче говоря. Все понятно. А, нормально? Кто-то здесь повеселился уже, я смотрю. Веселье просто 50-го калибра. Втыкай! Я же хотел втыкать. Просто картинка, я думал. И я засунул туда меч. То есть клинок. Механический клик просто был как... Что там... В общем, ему это очень понравилось. На душе хорошо ему стало. Просто прелестно, капец. The press clippings were all referring to the Black Lake. Все, что здесь лежало, относилось к Black Lake Fall, в самом каком-то серийном убийстве, который охотится за женщинами на этой территории. Все эти вырезки из газет или что? Так, кстати, где-то можно было зажечь свет. Идем по проводу. Кто-то говорил мне то, что это была не работа ребенка. Нахер одна дверь. Дверь пропала, что ли? Охереть, потом дверь пропала. Там еще 4 спички, нормально. Этот гардероб двигался несколько раз, даже не совпадение. Вот бы топорик, я бы нахер все это разрубил.
Совпадение? Не думаю, надо было сказать. Отлично. Все, я труп. Dead. Ну норм. Телепортейшн. Wake up, Neo. Я всего лишь ударил током. Smoke and Mirrors. Что это? Какой-то клуб? О, нет, здесь точно что-то не так. О, фак. Надо быть на свету, судя по всему. В этом не было смысла. Это реально или... Или я сейчас проснусь? А, как оно меня перевезет туда? Я ничего не вижу, если я буду... Если я уйду со света. Ключ зажигания был до сих пор здесь. Я мог видеть огни. А? Эта заметка была для меня. Кто-то пытался вести меня. Часть пазла. Эти улики были собраны, и я что-то там, что? Кто я? Секс-бомб. Секс-бомб. Там по-любому написано будет Serial Killer. Ну я говорю, смотрите, секс написано. И что мне дальше это делать? Там что-то есть. А, вон еще N есть, вижу. N. Эта буква будет полезной. Нужно придумать, куда ее засунуть. Сен. Селена. Понятно. Где мне еще забрать буквы? Здесь нету. Значит, бежим. Вот этому. Кто ты? Ты Селена? Ладно. Л. Бери. Кто-то разбросал множество обрезанных букв. Вырезанных букв. Это была не игра. О, я даже не знаю, какое слово-то собрать. Кровавые ножницы лежали здесь... Окровавленные, точнее, ножницы лежали здесь на столе. Елна. Лисина какая-нибудь, по-любому. Так, давай, возвращайся. Привет. Интересно, меня здесь могут убить? Да нет, я же по-любому во сне в каком-то. Куда ты? Демон! Я все-таки, по-моему, что-то меня преследовало там. А ты можешь положить нормально, а не криво так? Вот еще с ним человека не так! Не, он вроде нормально их кладет. А вот Е кто-то написал неправильно. Селина. Тут даже не надо было выкладывать имя.
Помоги мне! For an instant, I thought I was lying in a bar. Я думал то, что я лежал в баре. That Selena was just a dream born from a whiskey bottle. Который рожден бутылкой виски. But no whiskey would send you this kind of angel. Никакой виски не послал бы такого рода ангела. Она присматривала за мной. О, фак. Что мне делать с тобой? Что мне делать с тобой? Ждать, пока ты уйдешь? Ладно. О, фак, там еще кто-то валяется. Стоит. Вроде прошел. Обалдеть. Так, сначала включить свет. Свет делает меня достойным членом сообщества. Алло, включай. Да что значит не ответил переключатель? Фак, мне нужна теперь лампочка. И там баба стоит справа, вы это видели, да? Замечательно. Где мне достать лампочку? Знаете что, ну и в жопу, я пойду сохранюсь. Или попробую лампочку выкрутить из той. Фак. Свет не зажжен? Нет, зажжен. Знаешь, это безопасное место. Ну просто Alan Wake Up, правда. Долго еще будут юзать эту тему, прятаться на свету? Так, а я могу выкрутить здесь лампочку? Может, я могу там лампочку забрать? Интересно, она до сих пор здесь стоит? Привет. Я смотался, fuck you. Блин, надо было раньше находить лампочку. Вот же отстой, или это невозможно было сделать? Ну, внутрь не пойду. Может, я могу здесь выкрутить? Сломано. Фак! Ну где-то лампочка здесь должна быть. Да, это я уже смотрел. Отстой. Мне нужно где-то достать лампочку.
Селена Сандвик снова обладатель этого... А, в общем, он помешан этой певице, обладатель этого поместья. Чего лампа? Хочу спички взять! Оставшиеся. Не вижу, где она сидит. А, ну вон она. Слева от меня. Женщины, все женщины были... Все жертвы были женщинами из нижнего класса. Все были высшим доской этой депрессии. Кто бы коллекционировал эти вырезки? Больной козел! Так, ну видимо где-то здесь, потому что... Сакс. Понятно. И быстрый проход на кухню. Ну вот здесь мы пополним спички тогда. Так, а может быть здесь есть где-нибудь... Может быть здесь есть где-нибудь лампочка? А давайте глянем, вдруг... По-моему, я все обыскал, но... Ну, хрен знает, может, хранят на кухне лампочки. Вот хрен знает. По-моему, нету ничего. Сакс! Тотали сакс! Все понятно? Да, что-то я немножко... Здесь налажал. Так. Фак. Хрен поймешь, с какой стороны выход. И что мне делать? Еще. Ты можешь? А, это вообще ползучая тварь, ладно. Ладно, к ней лучше не подходить, все понятно. Здесь столько всего есть в плане текста. Столько прям всего, капец. Какая же камера неудобная, капец. Вот она стоит тут.
Три женщины и сестры, может быть. Странно. Одна из них улыбается. И где мне достать гребаную лампочку? Слушайте, ну я вот вообще хз. Это, конечно, немножко раздражает. Когда ты не знаешь, где достать странную лампочку. Выкрутить из старой нельзя. Вроде я все уже обошел. Карта подвала была бы достаточно помогла бы. До сих пор здесь сидит? Какие-то боги. Фак. Она мне не даст туда пройти. Пока я ее не сгоню отсюда. Сакс, и как мне это сделать? У меня нету лампочек. Где может быть лампочка? Основной холл. Фак, ну, я даже не знаю. Ничего не видать. Зашибись. Да зашибись! Чтобы добраться просто до другой комнаты, надо поставить 300 миллионов спичек. Слушайте, легче, по-моему, вот просто найти, куда идти, перезагрузиться и забить, в общем, на это все. Ну, потому что, блин. Где мне взять сраную лампочку? Здесь же можно перезагружаться чекпоинта, да? А, нет, нельзя. То есть мне надо еще и сдохнуть для этого. Или выйти из игры. Тебя здесь нету теперь, да? Ладно, спасибо. Даже если я сдохну, то будет насрать. Потому что я без понятия, куда мне идти, где мне взять сраную лампочку и так далее. Здесь есть что-то для ключа, но где мне взять ключ? Лампа, лампа, лампа. Где может быть лампочка? Вот иди в жопу, короче. Она пойдет за мной сюда? Нет. От нее можно просто убежать. Пфф, лол. Ну, по идее, где-то здесь. Потому что... Ну, блин, это как бы по задумке так, так ведь? Вот это не оно? Вот это что вообще? Это кубок какой-то? Я могу только книжку здесь прочитать. А, вот лампочка. Фак. Вот лампочка, но мне надо как-то ее достать.
А как это сделать? Вот лампочка. Я нашел. Да фак, я подумал, что ее можно сжечь на свету, но она исчезает. Нюп. Так не получается. Может... поджечь что-то или залезть куда-то. А, фак, вообще не та кнопка. Может, мне надо ее убрать и пройти внутрь попробовать? Короче, я уже столько спичек потратил, что я могу просто сейчас экспериментировать. Я пробую ее убрать. Так. Попробую пробежать внутрь. Nope. Она меня просто убила. Я не знаю. Ну, вот там вот есть, но как мне ее убрать оттуда? Эта тварь, конечно. Там засела так. Целый пазл, ёпарасоте. По-любому где-то здесь есть. Что-нибудь рядышком. Короче, тут просто в этих газетах всяческие детали по поводу того, что бла-бла-бла, убийство, тыры-пыры. Ну и вы поняли. Так. Вот висит херня. Как мне добраться до нее? Вон там есть стульчак. Может быть, стульчак как-то подвинуть, но как мне убрать эту скотину? Может быть, мне выключить свет? Я могу подвинуть, кстати, его назад? Что это за звуки? Понятно. Кто-то что-то пережевывает. Потушим спичку, новую зажжем. Понятно. Оу, тут их две!